И всем привет, ребята, с вами Нинди, и сегодня у нас игра Playing Giants. Я немного сделал ошибку, я поставил на паузу видео на первой минуте и забыл продолжить, поэтому мне нужно переснимать. И если у меня какие-то эмоции будут не такие, то простите уж. Берем режим простой, болезнь сейчас назову. Ну что ж, у нас будет особенная болезнь в этой игре. Если что, она называется... Даркняш. Да, это жестко, это очень жестко. Даркняш перешел в страну России. Вот так мы прокачиваем. И сейчас будет очень много... Вот, целых две болезни. Три. Теперь мы прокачиваем вот это вот. 4. В общем, сейчас я просто буду прокачивать кружок. Вот так. Угу. Я хочу прокачать один кружок, если что-то тут грибок сейчас объяснит, что он делает. Сейчас покопим немного ДНК. И сейчас я вам все покажу. Даркняш заражает все больше людей. Вот Даркняш, конечно, плохой. Заразил сотни людей. Он уже тысячи людей будет заражать. Потому что это Даркняш. Сейчас подожду немного. Подожду. Думаю, хватит мне. Да, вот так, вот так и вот так. Смотрите. Ага, да-да-да, тысячами. А летальность этой болезни нулевая просто. Ничего, мы сейчас и на летальность подкопим. Так, симптомы. Вот так вот, все. Все, пошло, пошло оно. Заражение туберкулезом. Это круто. Вообще это плохо, потому что Даркняш заразнее туберкулеза. Новая болезнь Даркняш распространяется все быстрее. Болезнь Даркняш заразила людей больше, чем ВИЧ. Это крайне заразная болезнь. Смотря вы о чем. Если вы Даркняш, то да. А если вы ВИЧ, то да. Тут все да. Угу. Ага, вот так. Нам нужно, кстати, Гренландию прокачать, поэтому нам нужно воду прокачать. Звучит логично. Сейчас подождем, пока ДНК появится. Вот так. Сколько не хватает? Совсем чуть-чуть. Мне просто надо Гренландию заразить, иначе прошу мой дубль, который неудачный. Как раз из-за Гренландии мы проиграли. Хотя я тогда радовался, что... Понимаете ли, что Даркняш проиграл. Ух, ух, как прекрасно. Теперь мы качаем это. Вот так вот, вот так вот. Теперь мы качаем это. А Гренландия уже... А Гренландия до сих пор не заражена. Опухоли, научный прорыв. Угу. Ну дайте ж вы уже мир весь заразить. Есть такие страны, которые надо быстрее заразить. Сейчас, смотрите, вот так, вот так, вот так, и сейчас как поплывет. Кроме Гренландии, надо сделать ей устойчивость, и вот это потом прокачаем. Устойчивость к холоду. На лекарства мы забьем. Все нормально с лекарством. Угу. Давайте еще вот это прокачаем. Ага, новые ветра в засушливых странах. Это, кстати, надо брать в счет. Даркняш под санитарным надзором. Мы теперь будем знать. Вообще-то прикольно. Эх.
Сори за скриншот. Ну, блин, даркнешь под санитарным надзором. Это ждало все в BS комьюнити. Россия закрывает аэропорты. Канада лидирует в разработке. Ща мы? Канаду? Она даже не заражена, я не понял. Это что такое? Ага, ну вы плохие. Ну вы вообще плохие. Плохие и ужасные. Ну, Гренландия, пожалуйста, заразись. Да, все. Теперь... Мне надо ничего не делать пока что, да? Дайте-ка просто посмотрим на карту. Здоровы страны. Ну, типа, холод я прокачал. Может быть, таблетки? Устойчивость к лекарствам. Прокачаем плюс через животных. И прокачаем парочку симптомов. Хотя нет, симптомы мы пока что прокачать не будем. Я просто не знаю, чем Канаду может заразить. Вот, все. Но Канада заражается очень медленно. Так, 126% тем временем. Ну, дайте-ка через воду. Через птиц. Птиц. Вот так, все. Все, пошло. Ну, Канада очень медленно как-то. Я не знаю даже, с чем это связано. Я прокачаю еще пути передачи. Иначе мне вообще это не нравится. Да зачем? Хотя нет, лекарства уж быстрое слишком. А Канада уж медленная слишком. Укрепление генов. И теперь пути передачи через крыс. А Канаде пофигу. Хотя нет. Канада быстро заражается. Все. Цель достигнута. Приоритет всего мира — найти лекарство от болезни Даркняш. Погибло больше людей от черной оспы. А нет, от черной смерти. Я не помню, как нам они сказали. Больше в мире не осталось здоровых людей. Все. Теперь наша цель... Я даже не знаю, какая наша цель. Весь мир заражен, но мне нужно лекарство прокачать. Блин, слишком быстро лекарство качается. Логично, потому что мы это все подкатили. Зато выглядит красиво. Да уж, это проигрыш. Ну, хотя нет, это уже звучит отлично. То, что Даркняш мир не заразил. Симптом бессонницы мутировал. Мне сосед сверху стучит. Бесит. Хах. Лекарство от болезни Даркняш готово. Все люди вылечились от болезни Даркняш. Россия немного пострадала. Украина немного пострадала. Казахстан совсем немного пострадали, но факт остается фактом. Даркняш. Даркняш уничтожена. Ну всем, всем удачи и всем пока. С вами был Нинди, игра Plain Giants и болезнь Даркняш. Я желаю вам всего хорошего и всего самого лучшего. И приятных будних и выходных. Пока-пока.